Взгляд Украинская Федерация на карте мира. Л. Украинская Федерация на карте мира. 2 июля 2019 года. 9 часов фото. President.gov.ua В долгосрочной перспективе Федеративная Украина имеет больше шансов на сохранение себя в нынешних границах, чем раздираемое неразрешимыми противоречиями унитарное государство. Сразу два мощных информационных повода появились в начале недели. Глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан заявил о возможности предоставления официального статуса русскому языку непризнанным республикам Донбасса, если те вернутся в состав Украины. Более того, Богдан дал понять, что не видит проблемы, если такая практика распространится и на другие русскоговорящие регионы Украины на юге и востоке. Другое заявление на этот раз главы украинского совбеза Александра Данилюка не менее примечательно. Данилюк заявил, что выполнение Минских соглашений в интересах Украины Он также признал необходимость выполнения политической части этих договоренностей, а именно, предоставления амнистии участникам конфликта и особого статуса неподконтрольному Донбассу После отпевания и похорон мирного плана по Минске, который устроила украинская партия войны в лице экс-президента Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова это заявление будоражит своим контрастом с мейнстримной риторикой, преобладающей на Украине. Нужно понимать, что Богдан и Данилюк ключевые люди в окружении Владимира Зеленского, представляющие при этом разные стороны влияния на новоизбранного президента. Андрей Богдан тесно связан с предпринимателем Игорем Коломойским, усилиями которого Зеленский стал президентом. Александр Данилюк – продукт западного влияния на Украину, тесно интегрированный в международный финансовый эстеблишмент. Их синхронные заявления на тему Донбасса не случайны и продиктованы складывающейся внешней и внутренней повесткой Украины. В первую очередь речь идет о реакции на стремительно падающий рейтинг президентской силы «Слуга народа». Партия, которая еще недавно претендовала на единоличное большинство в будущей Верховной Раде, сегодня теряет свой электорат со скоростью 1% пункт в неделю. Последние опросы показывают, что рейтинг «Слуги народа» снизился с 48% до 43%. Прогноз негативный. Кредит доверия Зеленскому столь же высокий, сколь и хрупкий, от него ждут выполнения предвыборных обещаний, главное из которых установление мира в Донбассе. Причем, как показали падающие рейтинги, ждут быстрых решений. На международной арене дуют те же ветра. Во время европейского турнира Зеленского и немецкий канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон дали понять, что ждут от украинского президента перемены риторики и действий. Большое впечатление произвело возвращение России в пасе, что стало предвестником если не снятие санкций, то, по крайней мере, активизации диалога на эту тему. На саммите G20 Украина вовсе не была центром переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. Время ускорилось и стало играть против Зеленского и его команды. Там, наконец, поняли, продолжать играть в молчанку по главной теме и развлекать публику постами в Facebook не получится. В противном случае рейтинг «Слуги народа» упадет до критических значений, а президентской партии придется искать уже не одного, а нескольких партнеров по коалиции, что сильно умерит аппетиты и свободу действия президента, получившего рекордные 73% голосов на выборах. А теперь представим, что нынешнее заявление – своеобразная артподготовка, и сразу после июльских выборов в парламент Владимир Зеленский форсирует выполнение Минских соглашений. Нет сомнений в том, что это вызовет колоссальное напряжение в рядах активного меньшинства, руками и голосами которого Украина была поставлена с ног на голову в последние пять лет. Это меньшинство хорошо организовано, вооружено и мотивировано. Многие из этих людей прошли или проходят военную службу на востоке Украины, служат в рядах полиции и нацгвардии, имеют доступ к оружию и ориентируются на радикальных лидеров, открыто заявляющих о силовом сопротивлении попыткам реванша. Эти люди угроза режиму. И в команде Зеленского хорошо осознают эту угрозу. Практическая реализация Минска чревата новым Майданом в котором стадия с чаем и печеньем будет пропущена, а радикалы сразу перейдут к вооруженному захвату власти. Один из выходов из этой ситуации ⁇ делегирование ответственности. Спуск части решений по широкому кругу вопросов на региональный уровень. И едва ли эти вопросы ограничатся только темой языка. Требования об особом статусе, которые включают в себя, помимо прочего. Возможность организации, починенной местным властям полиции и судебных органов, после Донбасса, может распространиться по всей Украине, будучи неподконтрольными, эти процессы попросту разорвут страну. Единственный выход в этом случае федерализация Украины, слово, от которого украинский политический бамонт мутит не меньше, чем от марши Бессмертного полка. И все же именно федерализация как бы она ни была названа, сегодня кажется единственным способом удержания власти и сохранения страны в условиях реализации Минских соглашений. Брать штурмом офис президента уже не будет смысла, ведь часть важных решений будет спущена на места. Радикалы станут проблемой и региональных руководителей тоже. Офа. В долгосрочной перспективе федеративная страна имеет больше шансов на сохранение себя в нынешних границах чем раздираемое неразрешимыми противоречиями унитарное образование. Кроме того, под соусом изменения государственного устройства страны с унитарного на федеративный можно провести кампанию выборов в местные органы власти. До этих выборов осталось больше года срок достаточный для того, чтобы не только запустить процесс выполнения Минских соглашений, но и перекроить государственное устройство Украины. В этом случае региональные выборы будут кратно важнее чем президентские или парламентские. В стране есть Украинская федерация йоги, Украинская федерация скандинавской ходьбы и даже Украинская федерация летающих дисков. Почему бы на карте мира не появиться просто Украинская федерация?